Вкус к жизни можно ощутить в выставочном зале «Экспо Одинцово», где открылась ярмарка под таким названием. Городские, морские и лесные пейзажи, а также красочные натюрморты привезла московский художник Елена Калашникова. Для создания уюта в доме – декоративные подушки, разноцветные портьеры и расшитый тюль. А отдохнуть и расслабиться после трудового дня помогут домашние массажеры для глаз, шеи и спины. В эти дни на ярмарке представлена зимняя финская и немецкая мужская и итальянская и португальская женская обувь из натуральной кожи и меха. Модницы смогут побаловать себя стильными аксессуарами. Сумки представлены на любой вкус. А чтобы не мерзнуть в холода, можно примерить и приобрести теплые куртки и пальто на меху. И, как всегда, для гурманов найдутся аппетитные деликатесы. Ярмарка «Вкус к жизни» будет работать по 10 октября с 10 утра до 7 часов вечера. В заключительный день до 16:00. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».